23 лютого у прямом эфире телеканала «Беларусь-3» отбудется 992-й святочный тираж лотереи «Ваше лото». До початку тиражу 285 билетов выиграли гроши в мгновенной части на гульную сумму 1203 рублей. У гульни принимают удел 17522 билеты. Объем реализации складает 78849 рублей. Призовый фонд тиражу 39424 рублей 50 копеек. Отличение призовых фондов, которые переходят в тиражу, тираж не складают. 1834 рублей 67 копеек. У туры джекпот вас чекает 1700 рублей. У туры джекпот, великие гроши, 13012 рублей 38 копеек. Увага, гульня протягивается до 85-го ходу. Запрошаем в чаровную краину «Ваше лото». Добрый вечер, Беларусь! Я, Александр Бугаев, спешу объявить о начале щедрого праздничного вечера в прямом эфире телеканала «Беларусь-3». А я, Вольга Гулик, хочу вам поведать, что сегодня отбудется 992-й святочный тираж лотереи «Ваше лото», присвеченный Дню оборонца Майчины и Взброенных сил Республики Беларусь. Сегодня будут лучшие подарки для настоящих мужчин. А это понятное дело. Деньги, деньги и еще раз деньги. Александр, начинаем? Начинаем. Итак, наша тиражная комиссия. Виктор Сивохин, полковник, кавалер двух боевых орденов Красной Звезды, председатель Международного фонда «Боевое братство без границ». А также Сергей Шило, художник, поэт, автор благотворительных проектов памяти жертв Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Ну а весна уже стучится в наши двери. А впереди очень много хороших, красивых весенних праздников. А вы раздумаете, что подарить вашим любимым и близким? А лучшим подарком будут билеты мгновенной лотереи «Славянка» и «Звездочет». Выиграть можно до 7000 рублей. Ну а нам пора играть в «Ваше лото». 90 бочонков в нашем лототроне. И я загружаю их в наш мешок. И объявляю первый тур «Ваше лото». Выигрывает билет, на котором раньше других будет заполнена любая горизонтальная строка. Этот билет продолжает играть. Згодно с правилами первого тура, коли переможцев будет несколько, призовая сумма будет поделена ровными частками помеж ними. И сегодня в первом туре сустракаете 2500 рублей. 2500 рублей – хорошие деньги. И мы начинаем игру. Номер 15. Номер 15. Начинаем нашу гульню. 27. Номер 27. 68. Далее номер 68. 74. Номер 74. 37. Номер 37. 20. Номер 20. 83. Номер 83. 43. Витаем номер 43. 4. Номер 4. Звертай увагу, джипот переходит у наступный тираж. С каждым тиражом выигрышный ход повеличивается, а помер выигрыша повеличивается, а выигрышный ход поменьшается. Поспеху вам. Номер 8. Впереди 8 марта. Номер 8. 36. Номер 36. И стоп, гульня. Стоп, игра. И сегодня в первом туре одразу выиграли два билета. Номер первого выигрышного билета 20-6341-2 с города Бреста, Тибрейской области. И номер другого выигрышного билета 20-8461-1 с города Витебска. Мы вас веншуем. Вы стали переможцами нашего святочного тиражу. И ваш выигрыш складает по 1250 рублей у нашей веншовании. Мы поздравляем наших первых победителей, что я вам скажу, очень неплохо за пару минут заработать такие деньги. Мы сегодня разыгрываем подарки для мужчин. А вы не забыли, через две недели 8 марта и 9 марта мы выйдем в эфир, чтобы разыграть большие деньги для женщин. Купите свою счастливую двоечку билетов в «Ваш лото», а я объявляю второй тур. Выигрывает билет, на котором раньше других будет заполнена верхняя или нижняя карточка игрового поля. Этот билет продолжает играть. Згодно с правилами другого тура, коли переможцев будет несколько, призовая сумма будет поделена ровными частками помеж ними. И сегодня в другом туре вас так само чекает 2500 рублей.
продолжаем играть и спешите зачеркнуть в вашем билете номер 51. Номер 51. Починает другой тур. 33. Номер 33. 23, 23 февраля. Далее номер 23. 60. Номер 60. 76. Зараз номер 76. 24. Вось уже и номер 24. 39. Сустракаем номер 39. 90. Зараз номер 90. 21. У гульни номер 21. 81. Мужчина снова господин. Номер 81. 62. Так само номер 62. 49. Номер 49. И еще больше переможцев. 84. Номер 84. 63. Далее номер 63. 59. Номер 59. 82. Номер 82. 77. Номер 77. 44. Вось номер 44. 16. Номер 16. 45. Номер 45. 61. Номер 61. 32. Номер 32. Будьте уважливы, любой наступный бочишек может быть выигрышным. 58. Номер 58. 31. Номер 31. 69. Номер 69. 18. Гуляя номер 18. 5. Номер 5. 50. Номер 50. 12. Номер 12. Протягивает другой тур. 3. Номер 3. 14. Поглядим номер 14. 54. Номер 54. 75. Номер 75. 35. Номер 35. И вось она, стоп гульня. Стоп игра. У другим туре сегодня выиграл один билет. Номер выигрышного билета 20489-6.2 с города Витебска, Витебской области. Ваш выигрыш у ваш лото складает 2500 рублей. Наше веншование. Мы поздравляем нашего очередного победителя. 2500 уезжают в город Витебск, а я объявляю главный третий тур. Ваше лото. Выигрывают билеты, на которых раньше других будут заполнены обе карточки игрового поля. Згодно с правилами третьего тура, коли переможцы будет несколько, призовая сумма будет поделена ровными частками помеж ими. И сегодня у третьем головном туре одразу 15 тысяч рублей. 15 тысяч! Очень неплохие деньги! 86. Номер 86. Починает третий головный тур. 25. Номер 25. 10. Номер 10. 72. Витаем номер 72. 78. Зараз номер 78. 26. Номер 26. 46. А вот уже и номер 46. 89. Номер 89. 29. Номер 29. 67. Номер 67. 17. Номер 17. И джекпот переходит у наступный тираж. 56. Номер 56. 28. Номер 28. 85. Номер 85. У розыгрыши 15 тысяч рублей. 41. Номер 41. 70. Номер 70. Протягивает третий головный тур. 80. Номер 80. 38. Номер 38. 30. Номер 30. 7. Зараз номер 7. 52. Номер 52. 48. Номер 48.
53. Поглядим номер 53. Впрочем, далее. 9. Номер 9. И стоп, гульня. Стоп, игра. Сегодня у третьем головном туре выиграл один билет. Номер выигрышного билета 01-33-37-1 с города Минска, Тюменской области. И мы вас веншуем. Ваш выигрыш и ваше лото одразу 15 тысяч рублей. Ну что ж, эти аплодисменты звучат, конечно, в адрес нашего главного победителя в третьем туре. Ну а впереди весна. Вы не забыли, впереди 8 марта. Да, и 9 марта мы выйдем в эфир, чтобы разыграть большие деньги для женщин. Мужчины, сделайте так, чтобы женщины выиграли побольше денег. Купите свою двоечку билетов в ваше лото. Ну а мы продолжаем играть. Впереди четвертые и последующие туры. Будьте внимательны. Тридцать четыре. Номер 34. Один. Номер 1. 57. Витаем номер 57. Стоп, гульня. А зараз выники четвертого тура. И тут сегодня выиграли 3 билеты. Выигрыш на кожный складає по 100 рублей. А далее, шановные удельники гульни, выигрыши на ваших телеэкранах будут визначаться графично. Верим вам, сегодня обовязково пошансує. Увага, гульня протягивается до 85-го ходу. Поспеху вам. Коли ласка, Александр, протягиваем. 40. Номер 40. Стоп, гульня, выиграли 4 билеты, веншуем. 71. Номер 71. Стоп, гульня, выиграли 2 билеты. 6. Номер 6. Стоп, гульня, выиграли 12 билетов. 65. Номер 65. Стоп, гульня, выиграли 13 билетов. 79. Номер 79. Стоп, гульня, выиграли 18 билетов. 42. Номер 42. Стоп, гульня, выиграл 41 билет. 2. Номер 2. Стоп, гульня, выиграли 57 билетов. 73. Номер 73. Стоп, гульня, выиграли 69 билетов. 47. Номер 47. Стоп, гульня, выиграли 123 билеты. 13. Далее номер 13. Стоп, гульня, выиграли 207 билетов. 11. Номер 11. Стоп, гульня, выиграли 355 билетов. 88. Номер 88. Стоп, гульня, выиграли 533 билеты. А зараз, увага, ведущий зробить опошний 85-й ход. Коли ласка, Александр. И это номер 22. Номер 22. И на опошнем 85-м ходе сегодня выиграл одразу 771 билет. Выигрыш на кожный складая по 4 рубли 50 копеек. Мы веншуем переможцу основной гульни и далее протягиваем гулять и выигрывать. Ну а впереди ваш миг удачи! Выигрывает билет, у которого все три числа в поле миг удачи совпадут с номерами бочонков, оставшихся после основной игры. Сегодня призовый фонд у «Рамих поспеху» складая 197 рублей 12 копеек. Какие же бочечки застались, коли ласка, Александр, гушьте? 55. Номер 55. 19. Номер 19. 87. Номер 87. 66. Номер 66. И опошний бочешек. 64. Номер 64. А сейчас, внимание, я показываю мой мешок. Он пуст. Это значит, тираж состоялся. И сегодня у туры «Миг поспеху» такие выники. Выиграли одразу 2 билеты. Выигрыш на кожный складая по 98 рублей 56 копеек. Наши ширые веншаванни. Вы, конечно же, хотите знать, как выигрывают ваше лото. Ха, так давайте спросим об этом у наших победителей. Внимание на экран. Помните, на их месте могли быть вы. Будучыня належыць тым, хто смела верыць у свае мары. І таму з ваш лато трэба смела марыць і аднойчы фартуна расчыніць дзверы і вашага дома. Этот выигрышный билет мне подарил брат. Ему большое спасибо. 4 года назад я выиграла 250 миллионов старыми деньгами. Вот выиграли 1000 рублей. Билет приобретался через Лотопей. О выигрыше меня известили посредством СМС на мобильный телефон. Обрадовался. У нас был шок. Деньги хорошие, пойдут на нашу семью. Ну хорошо, 350 рублей. Сумма небольшая, но пригодится для ремонта квартиры. Вот решила ребенку купить шарик и заодно билет. Получился, что билет выигрышный. Билет передала внуку. Он проверил по интернету и оказалось, что билет выиграл. Даже такую неплохую сумму. Наша любимая бабушка купила билет.
первый, единственный, на пенсию на свою. И выиграла. Он сразу оказался выигрышным. Она верила в то, что он будет выигрышным. И у нас все получилось. Это хорошие деньги. Купим на них велосипед ребенку. Секрет просто, очень прост. Просто покупайте билетик и играйте. Удача к вам придет. Секрет успеха в том, что нужно верить. И рано или поздно вам тоже повезет. И наприкінці наше пожадання у денег лотерей. Хай на все хапає грошей, і життя буде в розкоші. А вы уже решили, что подарить родным и близким на 23 февраля и 8 марта? Двоечка билетов в ваше лото не будет лишней. Ведь в праздничных тиражах мы разыграем большие деньги. Подарите любимому шанс на мечту вместе с ваше лото. Счастливый номер. Участвуют только комплекты из двух билетов с одинаковыми номерами и разными разрядами. Выигрывают в туре «Счастливый номер» комплекты билетов, у которых цифры номера билета полностью или частично совпадут с цифрами на извлекаемых бочонках в последовательности их извлечения справа налево. Игра «Счастливый номер» и 10 бочонков от 0 до 9 отправляются в наш мешок. Прямо сейчас мы будем определять счастливый номер, возможно, именно вашего лотерейного билета. Вы готовы? Два. Номер два. Бочонок вернулся в мешок. Пять. Номер пять. Бочонок вернулся в мешок. Продолжаем. Восемь. Номер восемь. Бочонок вернулся в мешок. Два. Номер два. Бочонок снова в мешке и завершает комбинацию. Номер восемь. И номер восемь. Зараз мы поглядим, сколько переможцев у туры «Счастливый номер». 7 билетов за совпадение трех, лишь бы сегодня выиграли по 26 рублей 74 копейки. И 2 билета за совпадение четырех, лишь бы отримают по 140 рублей 40 копеек. Наше веншование, поспех и вам сегодня признался в кохании. Ну, а у меня вопрос к тиражной комиссии. Скажите, все ли было правильно на розыгрыше ваше лото? Игра прошла хорошо. Замечаний нет. Ну, а по-другому не могло быть. Это честная лотерея «Ваше лото». А нашей тиражной комиссии мы дарим сегодня 2 билета, 2 двоечки «Ваше лото» на следующий тираж. Я верю, вам непременно повезет. Ну, а вы не забыли, да, что впереди 8 марта. И 9 марта мы выходим в эфир, чтобы разыграть действительно крупные деньги для наших милых, дорогих женщин. Сориентируйтесь вовремя. А сейчас подводим итоги тиража. Калі ласка, призовый фонд нашего святочного 992-го тиражу лотереи «Ваш лото» разыграны цалком. Агульная колькасть выигрышу сегодня складает 2508 билетов. Выники, как завсёды, шукайте на сайте belato.by уже сегодня после 22 годины. Верим, вам сегодня пошансовало у «Ваше лото». А зараз мы вас запрошаем за выигрышами лотереи «Пятерочка». Народная лотерея «Пятерочка». Пятерочка. Это прямой эфир лотереи «Пятерочка». И сегодня, 23 февраля, в День защитников Отечества, в мегапоте мы разыграем очень крупную сумму. Будьте очень внимательны, ну а наша тиражная комиссия. Виктор Сибохин, полковник, кавалер 2 боевых орденов Красной Звезды, председатель Международного фонда «Боевое братство без границ», а также Сергей Шило, художник, поэт, автор благотворительных проектов памяти жертв Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Прямо сейчас статистика тиража. Сегодня, 23 лютого, у прямом эфире телеканала «Беларусь-3» будет 641-й святочный тираж лотереи «Пятерочка». У гульни принимают удел 7599 лотерейных билетов. А гульная колькость реализации складая 18 997 рублей 50 копеек.
Призовый фонд тиражу 8738 рублей 85 копеек. 925 билетов выиграли гроши и мгновенные части тиражу на огульную сумму 1897 рублей. По мере отвлечения на формирование призовых фондов, которые переходят с тиражу в тираж, сегодня складая 611 рублей 71 копейка. У туру джекпот, коли ласка, сегодня разыгрывается 1220 рублей 39 копеек. У туру мегапот 3320 рублей 41 копейка, коли ласка, Александр. Правила основной игры лотереи «Пятерочка». Выигрывает билет, которым в любой строке игрового поля в любой последовательности совпали 3, 4 или 5 чисел с номерами выпавших шаров. Джекпот выигрывает билет, в котором в первой строке игрового поля совпали в любой последовательности 5 чисел с номерами выпавших шаров. Мегапот выигрывает билет, в котором в любой строке игрового поля совпали 5 чисел с номерами выпавших шаров в последовательности их выпадения. Итак, внимание! Ровно 35 шаров отправляются в наш лототрон. Игра «Пятерочка» началась. А билеты лотереи «Пятерочка» и ваш лото можно покупать, не выходя из дома. На сайте lotopay.by номер 28. Номер 28. Номер 1. Номер 1. Номер 31. Номер 31. 29. Номер 29. И номер 24. И номер 24. Напоминаю, выигрышные номера 28, 1, 31, 29 и 24. И вот они выники. Основные гульни 641-го тиражу лотереи «Пятерочка». 695 билетов за супадение трех лишь бы сегодня отримают по 4 рубли 65 копеек. И 22 билета за супадение четырех лишь бы выиграли по 262 рубли 14 копеек. Мы снова веншуем переможцев, далее протягиваем выигрывать. Переходим к туру номер четверки. Вспоминаем правила игры. В туре номер четверки выигрывает четверка билетов, у которых цифры номера билета слева направо полностью либо частично совпадут с номерами выпавших шаров в последовательности их выпадения. Итак, внимание, это тур номер четверки, и 10 шаров от 0 до 9 отправляются в лототрон. Номер четверки, игра началась. Принимают участие билеты, купленные целым блоком, целой четверкой и никак иначе. Номер выигрышного билета. Выпал шар под номером 8. Номер 8. Мы возвращаем его в лототрон. Он снова в игре. А я напоминаю, что определяется номер счастливого билета слева направо. Снова номер 8. Так бывает. И снова номер 8. И мы снова его возвращаем в лототрон. Он снова в игре. Это тур номер четверки. Номер 5. Номер 5. Шар вернулся в лототрон, он продолжает играть. Тур номер четверки, дополнительный шанс выиграть. Номер 3. Номер 3. И ждем заключительный шар. Номер 5. И номер 5. А зараз самый час подвести выники тура номер четверки. 15 билетов за супадение двух опошних лишь бы выиграли по 20 рублей 22 копейки. 3 билета за супадение трех опошних лишь бы отримают по 82 рубли 75 копеек. Наши широ веншавание. Тиражная комиссия, есть ли замечания по ходу лотереи «Пятерочка»? Игра прошла хорошо. Замечаний нет. По-другому не могло быть. Честная лотерея «Пятерочка». Итоги тиража. Калиласка, призовый фонд лотереи «Пятерочка» разыграны целком. Огульная колькость выигрышу сегодня складая 1660 билетов. Выники, как завсёды, шукайте на сайте белото.бивай уже сегодня после 22 годины. Або пытайтесь у реализатора лотереи «Ваш лотерея «Пятерочка». Будущее належит тем, кто верит в свой успех. Еще и еще раз мы поздравляем всех победителей этого праздничного, щедрого вечера. Вы не забыли, что 9 марта мы выходим в эфир, чтобы разыграть для наших женщин большие деньги. И хай пошансуем именно вы вашей женщине. Поспеху вам! А на сегодня пока-пока! До встречи! Что подарить родным и близким на 23 февраля и 8 марта? Двоечка билетов в ваше лото не будет лишней.
Ведь в праздничных тиражах мы разыграем большие деньги. Подарите любимому шанс на мечту вместе с вашим лото.